театр у моста приглашает фермяков в эти выходные на спектакль «Женитьба». Начало в 18:00. В театре-театре в субботу спектакль «Петя и Волк». Начало в 16:00. В воскресенье спектакль «Кабаре» с детективной завязкой «8 женщин». Начало в 18:00. В театре «Сцена молот» в субботу романтическая сага «Бунт». Начало в 20:00. В воскресенье триллер «Убийца». Начало в 20:00. В театре оперы и балета в эту субботу в 15:00 концерт солистов оркестра «Музыка Интерна» в фойе театра. В воскресенье балет «Лебединое озеро». Начало в 19:00. Пермский театр «Кукол» приглашают в субботу в 11:00 и 13:30 на волшебную сказку «Стойкий принц». В 16:00 на спектакль «Теремок». В воскресенье в 11:00 и 13:30 на сказку «Машенька и медведь». В Тюзе в эти выходные невероятные приключения «Питер Пен». Начало в 11:00 и 14:00. На сцене органного концертного зала в субботу состоится уникальный концерт хоровой музыки с участием творческих коллективов, лауреатов международных и всероссийских конкурсов. Начало в 18:00. О других интересных событиях в Перми в эти выходные. В 15:00 на улице Локомотивная, 1, открытый кубок Пермского края по бодибилдингу. В субботу во второй рейс отправится научный трамвай. Пассажирам расскажут о дореволюционной Перми. Проезд бесплатный. Отправление в 11:00 с трамвайной остановки «Университет». 9 апреля в 16:00 в Пушкинской библиотеке солисты Пермской оперы представят программу «Поэзия Востока в русской музыке». В воскресенье на Пермской 68 пройдет дегустация кофе. Начало в 17:00.